Да, еще хотел вам показать такую замечательную штуку. Покажу на бензопиле партнерку. Вот. Как я уже говорил, здесь может нарушиться контакт. Вот. И, соответственно, придется самостоятельно починить. Как это сделать? Ну, я сейчас сам нарушу его, так сказать. Вот. У нас получается бронепровод оторвался. Здесь у нас пружинка осталась вон она внутри. И, соответственно, если мы так что-то будем пытаться вставлять, вкручивать, ничего работать у нас не будет. Для начала нам надо вытащить пружинку, которая у нас там застряла. Вот. Вот она пружинка. Вот он сам колпачок. И у нас есть вот он бронепровод. Как это все теперь туда засунуть? Многие люди будут вот так крутить, вертеть, а понимать ничего не будут понимать. Хотя это на самом деле просто. Вот. Если сомневаетесь, что здесь хороший какой-то контакт, лучше чуть-чуть бронепровод откусить обычными пассатижами. Пружинка обычно на одной стороне заостренная. Это сделано специально, чтобы вы легко могли проткнуть бронепровод и попасть в металлическую часть сердцевины. Вы вставляете, ну или протыкаете. У нас получается вот такая вот конструкция. Многие люди, не умея вот это сделать, разрезают, что-то пытаются вставить, потом изолентой замотать, но это неправильно. Вот, вы вставили сюда. Теперь ваша задача, ваша хотя бы немножечко вставить эту пружину туда. Вот так вот. Запихали. Немножко хотя бы. До конца, если даже она не пролезла, берем обычную вот такую отверточку. И вот как бы поддеваем, не знаю, на видео хорошо видно или нет, вставляем туда вот ее за край и туда ее внутрь подпихиваем. Вот я попал. И получается вот так берем ее и подтягиваем уже сюда. И вот она у нас уже там, видите, на месте стоит пружинка. И мы спокойно можем ее одеть на свечку. Вот и все. За 1 минуту можно сделать вот этот узел, отремонтировать самостоятельно и не нести ни в какую мастерскую, чтобы вам что-то тут отрезали, что-то делали, и за это еще взяли с вас ни много ни мало, а ну, кто 200, кто 300. Это уже зависит от добросовестности вашего мастера. Все очень просто и вполне доступно для самостоятельного ремонта.